Всем привет! Снова я, ваша Песенечка ТВ. И сегодня я буду делать пони-креатор, как сделать обработку. Да, я буду делать. Там наша беседка, My Little Pony. На самом деле, это обычные люди. Они просто ставят на главное фото своих поняш. И сегодня она будет меня обрабатывать. Да, буду тебя обрабатывать. Не надо делать белое, а то, ну, вы поняли. Я сделаю не черный и не белый. Я сделаю голубой. Светло-голубой. Достаточно было сделать фиолетовый какой-то. Ну, пофиг. Короче, это будут такие красивые крылья. Я сделаю ее чуть больше. Надо сделать пони больше, потому что она может быть маленькой, ее придется увеличивать. А из-за этого я не смогу ее обработать. И обработка будет плохая. Делаем глаза, ну, такие малинового цвета. Блин, какого фига? А, вот все. Такая поняша смешная. Она сейчас вырезается. Но я нажимаю, оно само дальше листается. Ну, в общем, выберем такую. Короче, листаем. Нет, не годится. Вот. Только надо его чуть-чуть. Вот. Крылья немножечко. Можем теперь делать вот так. Вот мой канал. Потом подпишусь. Потому что сейчас у меня нет времени. Я снимаю видео. Как бы она бы в обморок не упала бы. Я не решила подписываться на нее. Так, вот это мы возьмем, фиолетовое такое вот. Ну и в принципе возьму какую-то там курточку, что ли. Почему она прохладная? Она будет Дракулой, вот. А вот это мы вот сотрем. Вот. Готово будет. Я не знаю, какую сторону поворачивать. Что с ней? Боже, мы поставим ее на землю. О май гад, что это за баг? О май гад! Окей, она будет летать. Круто. Да-да. Я еще посмотрю, что у нее там за видики такие. Она такая, типа, лениво летает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я ленивая. Тут. Что это такое было? Я свалила, в общем, сохраняем. Не важно, что мы там писать будем, всякую чушь будем писать. Где она? Я вот ищу ее. Вот она. Теперь перейдем к вторенкам. Куда бы мне ее засунуть? Выход. Куда ее засунуть? Вот сюда. Вот это вот мы сохраняем.
Берем какие-то там, какие-то картинки. Вау! Вот это возьмем. Какие? Вот сразу появилось. Молодец. Я это одобряю. Что они у меня на глазах прям. Начнем же с самой пони. Ой, что я сделала? Она растворилась. Круто. Да. Круто, конечно, круто. Чего вы пристали-то ко мне? Круто. Все. Я знаю, что это круто. Возьмем вот это вот. Ну, тут будет темнение, такая курточка. И вот это вот. И вот это вот возьмем. И осветление возьмем. Давайте же осветление возьмем. Она будет летать. Это уже решено. Так. Я забыла, о чем говорила. То есть думала, что хотела сделать. А, да. Стереть вот эту вот дрянь. Растворим. Вот так. Все. Теперь нет рта у нее. Да, он чуть-чуть сейчас сделаю. Впитаем в себя этот цвет собачий. Вот какой модный ротик получается. Вот. Вот. Вот это тот самый раз. Во. Смотрите, как круто. Это реально рот. Давайте удалим ее. Вот. Это скажет все. Теперь самое вероятное, величайшее из всех, что когда-либо я делала. Я это сделаю. Нет, не могу, но я это сделаю. Я сделаю это. Я не знаю, что это, блин. Там пишет. На, смайлики, хватит смайлики. Смайлики захватывают мир. Внимание, спасаемся от смайликов, которые захватывают мир. Так. Ня-ня-ня-ня-ня. Так. Ой. Я? Так. Тут.
Сложение делаю. Ура! Я его убила. Вот так. Это уже хорошо идет. Дело. Я имею дело с этим хорошее. Вот так. Скажи мне. Привет. Как дела? Ха-ха. Нет, нет. Выпускаю тебя. Надо это еще сделать. Я большой мукатор после первого цикла. Вот. Нам надо еще подработать глаза. Подождите. Я не сделала затемнение. И я не сделала сложение. Так-то лучше годится. А что вот я? Так. Надо делать что-то с этим. О чем я вообще думаю? Так. Затемнение. В общем, это не знаю, что это получилось. Какие-то глаза странные, но меня это не пугает. Обводим вот так вот, вот этой веревочкой. Да. Нажимаем Ctrl-V. Пам-пам-пам. Да. Делаем вот это. Нам нужно вот это делать. Это будет тень. Вот. Это красиво.
А, нет, надо было... А, да, я поняла. Вот. Готово. Постинг. Вот. Сюда. Так. Где это у меня? И давайте же еще сюда опубликируем. Вот так. Здесь так. Что мне там написали? Ой. Ну давайте посмотрим мой канал. Всем привет, меня зовут Ра. Это мне 10 лет. Сколько времени вы заводите видео за рождением? Должны ли меня занимать роликом? Никому вам нельзя мою игроку. И всем привет, с вами Гастон, и сегодня будет видео. Привет, всем привет, это и сегодня будет видео. Да, этой девочке реально надо подучиться. И не орать так в камеру, а то у тебя будут дизлайки. И всем привет, с вами я, Рада, и сегодня у меня будет новый видео. Тут ты не орала, а вот в этом видео орала. Всем привет. Ужасное качество. Ё-моё. Голодный идёт, поэтому давай сейчас начнём. Что с качеством? Когда забытый мир, в принципе, хорош. В общем, всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. С вами была Песня Крутая. Всем.